Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова и интернет-магазин New Chic. И как вы догадались по названию видео, это будет обзорное видео товаров из этого прекрасного китайского интернет-магазина New Chic. Оно будет коротким. Я покажу вам вот такую водолазочку и вот эти перчатки, которые я заказывала именно под свой комплект шапка и шарф. И под пальто, которое подарил мой любимый Дед Мороз мне на Новый год. Кому интересно, есть видеообзор по пальто на канале. Ну а сейчас давайте я расскажу об этой водолазке и перчатках. Значит, водолазка представлена в этом интернет-магазине в нескольких цветовых гаммах. Я выбрала цвет, ну, по-моему, там был белый, но в реале это вот такой молочный цвет. Я вчера, не выдержав, короче, сходила на работу в этой водолазке. Первый рабочий день был у меня. Вы уже все знаете, что я вышла на работу. Я не выдержала. Я одела эту водолазку. И вот сегодня вам делаю обзор. Просто я не удержалась от тактильности этого материала. Как ни странно, насколько я любитель всего натурального, это синтетика. Хотя на сайте там написано, что это хлопок с чем-то. Мне кажется, здесь хлопка нет, но материал настолько приятен к телу, что я, ну, поверьте мне на слово. Очень мягкая, очень эластичная. Я когда открыла посылочку с этой водолазкой, я подумала, что она мне будет мала. И если вы пройдете по ссылке, конечно же, я оставлю под этим видео, там будет one size. Что это значит? Один размер. Так вот, что такое one size? Я думаю, что это до 48 размера. Ну вот с учетом того, что водолазка, что материал тянется, как вы видите, очень эластичный. Ну вот на мой 48-50 этот размер подойдет. Дальше я думаю, что не стоит рисковать. То есть вот такой one size размер. Я смотрю на эту водолазку, и мне все хочется все больше и больше связать, именно связать вот такую модель. Посмотрите, здесь реглан, но сшивной, причем швы, как вы видите, с лица. И я думаю, что это очень легко может получиться, особенно для тех, кто начинает вязать спицами, связать именно сшивной реглан. И как бы уже на этой базе понять, как этот вообще, что такое реглан и как он вяжется. Просто прекрасно, я говорю, я в этом интернет-магазине уже в который раз убеждаюсь, все вы видели мое вязаное платье. Идею я взяла именно из этого интернет-магазина. Платье домино, кто не знает, посмотрите, есть на канале. Потом вязаный шарф, который вот такой креативный с помпонами. Тоже идея взята из этого интернет-магазина. И вот, пожалуйста, готовая водолазка. Но это как вязаная идея для вашего вязания. А реглан, что здесь? Узор рис, посмотрите. И изнаночная гладь. Очень красиво смотрится. Я вчера просто получила наслаждение. И очень красивый рукавчик, если посмотреть, видите, косы. Очень красиво. Мы это можем спокойно связать. Это не только вот можно купить, а еще и можно связать. Очень интересно, очень красивая идея. Я вставлю видео, я вчера вот оделась на работу и решила
коль у меня уже макияж, коль я уже одета, я вам покажу, как это смотрится на мне. Так что я встрою этот ролик в это видео. В общем, и стоит это все, девочки, $11. Представляете, за $11, я думаю, что прекрасная вещичка, чтобы не вязать. Вот так вот смотрится горловина. Сейчас вам покажу швы. Но повторюсь, это не хлопок. Вот такие швы. Все хорошо заделано. Все прекрасно. И я вчера просидела на работе 8 часов. Мне не было ни жарко, ни холодно. В общем, я довольна этой водолазкой. За $11 прекрасная водолазка. Ну что, $11, это, по-моему, 700 рублей, если брать на русские деньги. Вот такая водолазочка. Так что рекомендую. Я очень довольна. Сегодня опять пойду в этой водолазке еще раз на работу, ну а потом в стирку. Что будет после стирки, я потом в каком-нибудь видео вам расскажу. Так что рекомендую эту красоту. Ну а сейчас перейдем ко второму товару, который я заказала. Это вот эти перчатки. Вот перчатками я не просто довольна, я очень-очень довольна. Стоят такие перчатки, по-моему, $15, 900 с чем-то рублей сейчас на наши деньги. Это вот такая очень мягкая велюровая, тут какая-то ниточка прицепилась, сейчас мы уберем, велюровая ткань, очень мягкая и приятная к телу. Ну вот я даже, вот вы посмотрите, похожая на замшу, но это не замша, она очень-очень мягкая. Это вот со стороны ладошки. А здесь тоже, я не знаю, что это за материал, по-моему, непромокаемая, да, это непромокаемая такая плотная плащевка. У меня есть кожаные перчатки, они намного дороже, и я в них мерзну. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая золотой бантик, вот с такой золотистой фурнитурой, такое колечко. Очень мягкий, но это флис, это вот у них называется это флис, и он по всему, во всей внутренней стороне этой перчатки. Я сейчас одену на руку, вы посмотрите, как это смотрится на руке. Тепло, уютно, их не хочется выпускать из рук, мягкие, приятные. Очень все, вот видите, какая она, насколько мягкая, я ее вот так вот могу сжать в ладошку. И еще один плюс этой перчатки я сейчас вам продемонстрирую. Вот этот вот пальчик. Я не знаю, что здесь за материал, но это создано для того, чтобы, не снимая перчатку, когда вот на улице холодно, можно было пользоваться сенсорным телефоном. Я вам сейчас это продемонстрирую. Вот эта ткань, это как ваша кожа. То есть вы можете спокойно в перчатке как бы нажимать на сенсорный экран телефона и пользоваться телефоном. Я считаю, что цена соответствуют качеству, и там тоже эти перчатки представлены в разных вариантах, значит, черный, серый, бежевый и зеленый. Но почему-то вот этот цвет бежевый называется у них хаки. Я сомневалась, думаю, что-то не то, наверное, закажу. Нет, бежевый цвет называется хаки. Поэтому, кто будет заказывать вот такой бежевый цвет, не пугайтесь, он будет называться хаки. Так что я вот уже получила и довольна. Сейчас одену перчатку, посмотрите, как она смотрится на руке. Итак, 955 рублей стоят такие перчатки. Вот вы сейчас видите на экране моего
телефона, вот это зеленый цвет. Вот так перчатка смотрится на руке. Посмотрите, какая прелесть. Прелесть прелестная. Девочки, закажите, не пожалеете. Рукам очень-очень тепло. И вот этот пальчик. Я сейчас вам покажу, что это не вранье. Вот я, вы видите, листаю. Вот они, эти перчатки, которые я заказала. Вот этот цвет хаки. И вот, вот так вот. Ну, немножко не так, конечно, как пальчиком. Это все, ой, даже розовый цвет, я что-то розовых там, когда заказывала, не помню. Вот он, этот цвет хаки, и вот, и видите, я, и вот черные. Я хочу еще заказать и черные, и серые, хочу и под белый свой пуховик, кстати, из этого интернет-магазина. Я его уже затаскала, вернее, я из него не вылезаю этой зимой. Да, в принципе, и цвет хаки очень красиво смотрится. Посмотрите, видите? Вот, вот эти вот я очень хочу к своему серому комплекту, вот платье и шарф, который еще буду вязать серую шапку. И обязательно закажу эти перчатки за 955 рублей, но вы меня простите, качество не лучше кожи. Так что я рекомендую вам вот эти перчатки. Очень хорошо подходят под мой вот этот комплект. Ну вот, мои хорошие, дальше пойдет ролик демонстрации водолазки. Все ссылки на товары я оставлю под этим видео. Возможно, там будет еще купон на скидку при заказе, по-моему, от 20 долларов. Небольшая там сумма, но тем не менее. Я очень люблю этот интернет-магазин. Это не реклама. Я буду заказывать там даже не в рамках сотрудничества вещи, потому что и сыну там понравились вещи, которые он хочет. Я буду заказывать. Походите, посмотрите. Рекомендую этот интернет-магазин. И те товары, которые мне очень-очень нравятся, я обязательно вам показываю. Ну, а на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось и кому нравятся такие обзоры, жду от вас пальчик вверх. Подписывайтесь на моем канале. Много интересной информации. Я вас всех люблю, обнимаю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова и интернет-магазин New Chic. Дорогие друзья, приветствую вас! Итак, у меня в гостях опять интернет-магазин New Chic. И сегодня я покажу вам несколько моделей из этого интернет-магазина, несколько товаров. Один из них на мне. Вот такая красивая водолазочка, о ней мы поговорим немножко позже, под горлышко. Это синтетика, это не хлопок, но по качеству очень-очень даже ничего. Я вам поближе покажу эту водолазку на столе, посмотрите швы, как она выглядит, когда не на мне. И решите, купить вам эту вещь или нет. Я очень довольна, потому что цена-качество соответствует. Стоит такая водолазочка 11 долларов. Если на русские деньги, это 709 рублей. Вот такая коса. Ну как же нам, вязальщицам, да без кос. Везде же нужно их найти, если не связать. И что мне понравилось в этой водолазке, это вот этот вшивной реглан. И мне захотелось даже попробовать это сделать, потому что я думаю, что это будет красиво смотреться в вязаном полотне. Тем более здесь, сейчас приближу, открытые швы. То есть этот шов с лицевой стороны. Так что сразу... И новая идея, ну и, конечно же, вещь, которая мне очень-очень нравится. Одела я эту водолазку под свою юбку Дженнифер. Вы сейчас ее видите. И вот показываю этот ремешок, который я раньше получила также из этого интернет-магазина New Chic.
и он очень-очень сюда подходит. Можно одеть и жилет, чтобы был полный комплект, Дженнифер. В общем, я просто счастлива, получив этот товар. Мягкая, очень приятная к телу. Ну и цвет я заказывала, по-моему, белый, но он больше, я бы сказала, что это молочный цвет. Значит, там есть несколько цветов, по-моему, 6 или 7 этих водолазок. Так что, пожалуйста, проходите по ссылке, которую я оставлю в описании, и посмотрите на этот товар. Думаю, что за $11 вполне даже хорошая вещь. Ну, отношу я ее сезон, не будет жалко выбросить. Ну, а сейчас я уже вот собралась по делам и думаю, как же хорошо, что я готова, и макияж, и водолазка, и решила вам показать этот товар на мне. Так что вот так вот смотрится, ну то есть рукав реглан, здесь вот эти косы, ну я вам все, конечно же, покажу немножко поближе.